повернула на себя камеру. Вид у меня с утра просто потрясающий. Это маска, выравнивающая тон лица. Ну, теперь можно и поздороваться. Всем привет, начинаем мы новый влог. Утренние процедуры морды лица я провела. Готова, так скажем, к труду и обороне. Кстати, про труд, сегодня 1 мая. Сегодня я опять решила быть кудряшкой. У меня сестра в 90-е такие волосы носила. Но у нее, правда, была химия. И под роликом, где я, помните, показывала шампунь и кондиционер, то, что мне нравится, то, что укладка сохраняется, когда я выпрямляю волосы. То есть, когда я хочу ходить с прямыми волосами, они у меня остаются прямыми. И мне там задавали вопрос, а почему бы не сделать, ну, соответствующие процедуры для выравнивания волос в салоне, ну, тот же кератин. Так вот, мне кажется, это очень классно, когда у тебя есть возможность под свое настроение выбирать укладку. Например, сегодня я хочу вот быть кудрявой, все, у меня кудряшки сами по себе. То есть ничего, никаких усилий я для этого не прилагала. А когда мне хочется с прямыми, то есть выпрямила и все, и ходишь. Такая деловуха, чудница-нарядница. Ну, мне точно. Мне кажется, это вот это группа комбинация. Два кусочка колбаски. Это у нас какой набор с пазлами. Вот такой набор с пазлами. Тут 9, 16, 25 и 36. Вот это вот 36. И здесь вот большие. Но 9-16 он уже прям хорошо собирает. А 25 и 36, конечно, зовет на помощь. Ну, вот сейчас вот у него как раз трудности возникли. Но обычно я ему помогаю только серединку, а там дальше уже дело идет. Я заказывала на Валперис. Не знаю, на Озоне, наверное, тоже он есть. Дальше. Где еще колесики? А, травку будем. Ну, давай травку. Ну, колеса еще. Давай добавим колеса. Вот, видишь, теперь картинка выстроилась. Вот и трактор почти готов, да, Вань? Погода сегодня просто огонь. На улице тепло, 27 градусов. Шикарная просто погода. Так, мне сейчас нужно в мясной, в овощной. 1 мая же. Нужно что-то же сделать на костре. Я не знаю, что там осталось сейчас в мясном. Время сейчас 11. Я надеюсь, что-нибудь осталось. И еще я заеду в светофор. Ведра мне нужно. И к маме. Я думаю, черный лучше. Ну что, за ведрами? Ну что, еще баклажан я у нее тут сейчас заберу. За ее царство рассадного. Потому что у меня там немножко места еще осталось. У меня тоже. Сначала такие хиленькие были, а сейчас смотрю, уже прям это хорошенькие такие стоят. Еще поглубже надо, и сына, а то сейчас заденешь клубни. И вот с той стороны давай. Сейчас лопату бросит, скажет, сами копайте. Это белый пион. Давай, вот мне отдает. Вот отсюда. Мясо и овощи я уже купила. Осталось только за фруктами заехать. Фруктов не было. Сейчас мама подожду, она переодевается. А Никита на самокате доедет. Ну что, у нас вновь красота. Салатик я уже нарезала. Капуста, огурец плюс зелень. Заправила растительным маслом. Ташкентские помидоры. Зелень. Это мне, знаете, напоминает служебный роман. Маслины, греческий сыр, швейцарский. Угощайтесь. У меня Афоня идет. Замочила я еще зеленую гречку. Хочу сегодня попробовать сделать творожок. Мне давно писали девчонки в комментариях. Вот сегодня попробуем, сделаем. Кабачки, морковь и болгарский перец нужно порезать. Я хочу сделать на гриле. У меня, кстати, появился гриль. Я теперь прям... Сделали автомат Томпсона. Отличный автомат Томпсона. Говорит, мам, мы сделали автомат Томпсона. Кому купили шарики-то? Ваня. А кто играет? Ваня.
Гриль свой я немножко попозже покажу. Я прям очень рада. Я теперь как настоящая зожница. Даже свой гриль есть. Взяла я филе на косточки. Олег замариновал. Мариновал просто в специях. У нас тут прям дурдом какой-то. Все шумят. Шум, гам. Праздник же. И еще из мяса я взяла голени и филе куриное. Точно так же в специях замариновала. Плюс оливковое масло. У нас уже все в сборе. Родители приехали уже. В общем, мы сегодня всей семьей собрались. Они там фотографируются. Кулер папа тут вытащил помыть. Его надо и в помещение увезти. Я тут небольшую клумбу организовала, пока тут все собирались. Вот сюда пион посадила. А сюда дельфиниум. Вот и вот. Это мне свекровь привезла сейчас только. Немножко тут прибралась. Вот тут еще цветочки. Вот. Это баклажаны мне надо пересадить сюда будет завтра. Вот цветочки, я еще не знаю, куда я их. Завтра решу, куда посажу. Огурчики. Да. С прошлого года здесь еще посажен папоротник. Вот и вот. Тоже разрастается. Я смотрю, прям новые росточки появляются. А кустик клевера я оставила. Все сорняки повыдергивала, но он такой вроде симпатичный. Пусть будет пока. Выдернуть всегда успею. Все, все разошлись. Отлично посидели. 1 мая практически закончено. Сейчас я закрою теплицу на ночь. Ваньку там надо уже ванну готовить. Сейчас вот эту закрою. Он сегодня у нас без дневного сна. Праздник. Поэтому уже куксится, уже спать хочет. Так, все. А, я вам сегодня еще не показала скамейку вторую. Такую вот длинную. Олег сегодня сделал. Это пока он морилкой только покрыл. Завтра лаком будет покрывать. Такая вот большая. Я приехала в гемотест за баночками. Ну и узнать про наши анализы. Нам скоро ехать сдавать. И еще нам нужно фикс прайс. Наш же не работает. Пока. Мы в Сызрани зайдем. На терраску себе. Слушай, у нас есть же вот защита такая, если нам с собой для коляски брать и для самоката? Есть. Есть? Ну, ее можно снять с чего-нибудь. Можно, конечно, купить отдельную. И для чего вообще? Типа угол откуда-нибудь замерил и перенес его потом. Поняла. Баночки прикольные, металлические. Вот отдел этот. А, вот они. Да. А здесь только две штуки. Может, у них все есть? Может. Сейчас надо спросить. Там пока Олег узнает. Я тут спонжики вспомнила, что нужно взять. Короче, мы тут теперь ездим по фикс-прайсам. Ищем эти ролики, валики для йоги. У нас сегодня там в помещении йога начинается. И вот наш фитнес-инструктор прислала фотографию, вот, что в фикс-прайсе такие ролики продаются. Ну вот так как наш фикс-прайс пока еще не работает... Мы вот ездим, ищем эти ролики. Я не пойму, где этот отдел? А, вот он. Так. Вот ролики. Не ролик, а валик вот он называется. Так, я смотрю, здесь несколько штук есть. Еще вот такие вот мягенькие есть. Они пойдут, не пойдут. Валиков нужно было 10 штук. Но мы пока нашли вот только, получается, 6 с рельефом. Немножко они отличаются, да?
Эти вот два были в одном фикс-прайсе, вот эти вот четыре в другом. Размер у них одинаковый, рельеф только разный. И два я взяла вот таких вот валика. Я не знаю, подойдут они Ксюше или нет. Ксюша, это, если что, это фитнес-инструктор. Вот, и если они им не подойдут, то я себе их заберу, вот эти два валика. У них получается диаметр побольше, и они без рельефа. Вот эти валики просто удобно протирать. Кстати, сейчас я уберу всю эту пленку, помою их в душевой кабине. И, кстати, первое, о чем Ксения попросила нас, купить антисептик. То есть я два бутыля таких больших привезла туда. Там и влажные салфетки есть, в общем, все для того, чтобы инвентарь обработать. Одно дело, когда у каждого свой индивидуальный коврик, но это получается же групповая тренировка, ну, то есть тут не предугадаешь, да, какой коврик тебе попадется. Поэтому все это обрабатывается. Так, дальше это наш пап тут взял себе. А, это вот как раз в гемотесте я взяла. Нам предстоит много анализов сдавать. И лучше всего, ну, это вот мне медсестра сказала, что лучше у них баночки брать. Как раз вот такая вот, ну, вот в аптеке я вот такие вот баночки не видела на энтеробиоз. Вот. Все узнала, разузнала, хотя есть все на сайте, все цены всех анализов есть на сайте. Но я хотела узнать, вот нам нужно сдавать анализ мочи, там два разных анализа. То есть это две разные баночки должны быть или можно одной обойтись. И забор крови тоже я узнавала. То есть нам нужно и ХМС по Осипову тонкого кишечника сейчас сдавать Ванюше. И на паразиты тоже. Мы для профилактики мы регулярно на аскоридоз и лямблиоз пересдаем. Потому что для нас, для Вани, это оказались самые такие противные и трудновыводимые паразиты. И вот для профилактики мы каждый раз ездим, пересдаем им, чтобы титры не повышались. В общем, для контроля. Тут еще папа у нас масло взял, шампунь автомобильный. Это для нас замочек. Когда мы были в Реоцентре, там свои коляски. Там есть коляски, которые принадлежат Реоцентру, то есть их можно брать на прокат. Но в основном там я видела, что мамочки приезжают со своими колясками и вот цепляют их. У меня не было такого замка, поэтому пару раз было, когда я выходила, а нашей коляски нет. Ну вот кто-то брал. Просто на ней же не написано, что она, ну, то есть нам принадлежит. Думали, что она принадлежит Реоцентру, и вот другие мамы брали. Ну, не суть. В общем, мы в этот раз будем брать с собой самокат и опять коляску. И вот одного замка, я так думаю, хватит. И на то буду вместе цеплять. Два цветочка вот таких вот взяла. Это мне на терраску. Я там хочу облагородить, потому что я все больше и больше времени провожу там на терраске. Мне там очень нравится, спокойно, там можно почитать. Ну или, как я говорила, хотя бы 15 минут побыть в тишине. И вот такой вот еще набор взяла Ваньку. Ну не только Ваньку, Кирюхе, я думаю, тоже будет весело и интересно на улице мыльные пузыри пускать. А, вот еще, смотрите, девчонки, вот такую маску увидела тканевую. Можно, например, в отвар ромашки окунуть эту маску. И кожа скажет тебе спасибо. Попробуем. А, и, кстати, если эти ролики все-таки им понравятся, то я себе такой обязательно куплю. Вообще, я хотела кирпичики такие для йоги еще. Но в этих фикс-прайсах не было этих кирпичиков. А вот эти все ролики я все позабирала. На улице у нас ливень. Трава попрет пуще прежнего. Я сегодня в теплицу даже не суюсь. Я вчера там все хорошо полила. И не открывала даже ее сегодня. Вообще, я хотела сегодня дыни и арбузы посадить в стаканчики, так как там уже росточки из семечек появляются. Но, наверное, я отложу это занятие. За Ваньком бегу. Потом нашего папу в помещение отвезем сразу. Он там полы будет делать. Разувайся. Разувайся, Вань. Пожарная сигнализация. Это для Вани сейчас самая интересная тема. Пожарная сигнализация.
огнетушители. Мы по пятерочке ходим, он везде ищет знак огнетушителя, где стоит, и проверяет, стоит ли там огнетушитель или нет, или просто значок. Давай дальше все. Конусы с дырками я нашла в Дисколето. В Сызрани есть такой магазин большой. И вот палки пришли. Эти, здесь сверлить не будем в этих, как я хотела. Оставим их. А, и, кстати, стоили они там в два раза дешевле, чем на Валберес или на Озоне. Я смотрела. 300 рублей вот. Один конус вот такой вот с дырочками в Дисколето. 300 рублей стоил. А на Валберес я смотрела, что-то там 600-700 рублей. Смотря какая фирма. Палочки метровые, но можно еще поменьше взять. Пока не нашла такие поменьше. Кулер пока постоит здесь. Мне кажется, нужно его куда-нибудь в другое место. Почему-то мне так кажется. Небольшая полоса препятствий. Так. Наступай, наступай, да. Теперь также по этой же дорожке, Ваня, по этой же дорожке. Давай. Давай, сам, сам. Нет? Давай, давай сам. Ну ладно, ладно, давай, мама поможет. Вот. Бери следующие фишки. Так, одна, вторая. И опять по дорожке. Ой-ой-ой. Давай, 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 давай. Тянись. Пойдем. Пусть папа там делает полы. Мы поедем домой. Ну что, я тут уже начала вкусняшку готовить. Так, прикрываем. Ну разве это не красота? Это какая-то песня, просто какая-то песня. Овощи готовы. Гриль я выключила. Я сейчас сниму панельки, помою их, обратно вставлю. И можно еще курочку приготовить. Ну что, все чистенько. Теперь можно и филешку здесь приготовить. Так, все готово. Гриль выключился сам. Какая сочная. Ну вот, филе я разрезала. Все готово. Мы с Ваньком приехали к бабушке в баню. С крабика гречишного прям немножко здесь осталось. Я как-то рассчитывала, что побольше. Ну ладно, здесь еще есть вон мыльно-березовый. Надо будет не забыть к следующей бане в Магнит Косметик заехать за скрабиком.